Популяция атлантического моржа на Новой Земле под угрозой. К такому выводу пришли эксперты Баренц-отделения по сохранению биологического разнообразия, сообщает ТАСС. Ученые предупреждают судовладельцев и капитанов морских судов, чтобы не приближались близко к местам обитания животных. Судовые трассы проходят недалеко от лежбищ моржей. Сегодня передвижение там постоянно. Большие корабли пугают моржей, они начинают уходить с этих мест. Особенно молодняк. Ученые просят соблюдать ограничения, не подходить близко к берегу, не выходить на сушу, не привозить туристов. То же самое касается и вертолетов. По словам экспертов, каждое лежбище уникально. Там находятся сотни и даже тысячи животных. Для них есть все, подходящий берег, достаточно корма. Таких мест на Новой Земле немного. Если бы моржей не беспокоили люди, популяция их будет разрастаться.